Всем привет, с вами Алексей, 9 июня 2021 года. Находимся на участке Грягубина, Харьковский район. И вкратце расскажем в этом видео, как перезимовали очень сложную зиму некоторые сорта. Ну, наверное, мы сосредоточимся на трех сортах. Первый из них — это вот перед нами шедевр. Это шедевр оригинал. Здесь я сразу поблагодарю, конечно, что в свое время Слесарчук Валерий Евгеньевич организовал именно оригинал, практически от маточных кустов, которые еще заложил Павленко. Вот это потомок этих маточных кустов. Вообще никаких проблем, никаких подмораживаний. Лист в порядке. Напомню еще раз, что всего лишь в этом году одна обработка была, несмотря на низкие температуры ночью. И иногда уже и были до 30 градусов жара. Тем не менее, каких-то патологий нигде не наблюдается. Куст абсолютно в порядке. Я его не подрезаю. Вот мне нравится, что он так вот развивается. Для этого этот экспериментальный участок и есть. Ну, этот сорт Трапезунд. Он родом, это уже потомок с маточных кустов от Трапезунда из Крыма. Абсолютно все в порядке, прекрасный прирост, никаких подмороженностей, что в прошлом году, что в этом году, развивается отлично. Чувствует куст себя здоровым, никаких претензий к нему нет. И вообще мне Трапезунд очень нравится, не знаю почему, но у меня никаких аномалий с Трапезундом нет. Это еще один куст Трапезунда. Их здесь на экспериментальном участке 20, причем разного возраста. И годовалые, двухлетние, трехлетние тоже посмотрим. Они все в одинаковой паре. Хорошо развиваются, и проблем с ними никаких нет. И вообще как-то и даже не хочется акцентировать внимание на слове проблемы. Орех, фундук развивается, Трапезунд у меня нормально, как положено. Ну, это Трапезунды, у которых второе лето началось. Тоже мы видим мощнейшее развитие. Если на них посмотреть, тут комментировать даже нечего. Приросты великолепные. Некоторые из них уже даже по 30 сантиметров. Ну, мощные. Можно посмотреть следующий, точно такой же. Да, кого интересовало, есть ли краснинка на оригинальном Трапезунде, вот, ребят, посмотрите. Давайте обратим на это внимание. Зачастую она есть. Это тоже второе лето Трапезунд. Красиво. Повторяю, что морозы были, особенно в апреле-мае, достаточно серьезные. И тем не менее, все пережило. Это еще один Трапезунд второе лето. То есть кусты развиваются, как им и положено развиваться. Замечательно. Это, кстати, дар Павленко. Угу. Это еще двухлетний Трапезунд. Ну, нравится мне этот сорт. У меня, кстати, с Трапезундом тоже. Он у меня не вызывает никаких вопросов. Он слева находка. Тоже второй год. Угу. Вообще великолепный сорт. Мне очень нравится. Неповторимой красоты. Коричневатость. Да, это вот второй год тоже Трапезунду. Моя рука полностью прячется. Ну, не думаю, что он себя плохо чувствует. Прирост он уже почти по 40 сантиметров. Угу. И это только 9 июня. Ну, это наши аисты, которые уже прилетают к нам, наверное, седьмой год. Еще в этом году мы не знаем, сколько у них аистят. В прошлом году было 5 штук. Мужественная птица, конечно, очень мужественная. Как она в апреле-мае все эти заморозки пережила. Героическая птица. Замечательно. Ну, также хотели показать сорт Полина. Вот это вот саженец, который посажен в ноябре прошлого года. То есть ему полгода, развивается абсолютно, как и все остальные фундуки, прекрасно, нормально.
Ну, для информации, еще один сорт, куст сорта полина, но этот постарше предыдущего. Этот посажен в ноябре 2019 года. Так, смотрим. Толщина. Морозы, заморозки как? Ну вот две зимы пережила. И никаких как бы последствий. Обрезать его пришлось. Этот пришлось обрезать. Замечательно. Ну вот еще один сорт. Еще один сорт полина, саженец ноября 2020 года. Ну, то есть тоже развитие великолепное. Я, кстати говоря, хотел бы поблагодарить всех, кто заказал на эту осень сорт полина. Конечно, я не смог удовлетворить все заявки, потому что, конечно, количество саженцев ограничено. Но, надеюсь, все, кто получит, будут этим сортом очень довольны. Тоже очень мощный сорт, это явно видно, хорошо развивается. Это вот, в общем, наше общее мнение. Да, великолепная морозостойкость, очень крупные орехи. И самое главное, прекрасное развитие растений, загрузка урожаем и так далее. На этом будем заканчивать наше коротенькое видео. Надеюсь, вы свои выводы сделаете. Мы свои выводы уже сделаем. Сделали. Есть сорта, которые прекрасно себя чувствуют и развиваются при должном уходе. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем привет из Харькова и всем пока.